ערב טוב, שיהיה לימודים משמעת כל הפתמים ממכללה מרום מרדכי מתמל, הצלחת המסרב ופת המסרב ופועה שמה אפסימו יורץ כמו נרודו, פרלז'יים חוק לישראל, פרשת נוח ליום שלישי, נפתורניק. מי דשלי דו זוהר, זקון שלי תורה, נביאים כתובים משנה יגמרה. זוהר גבריתק, זוהר פרשת נוח, ליס שסיית פרו, סמין ספטראי. רבי יצחק, היה מצוי אצל רבי שמעון. טוב, רבי יצחק בל ורבי שמעון. אמר לס, כזל ימו, שאל ממנו למה נאמר ותשחט הארץ, כי אם בני אדם חטאו, הארץ במה חטאה שתשחט בשבילם. נפיסנה רחמים, ספרה של רבי יצחק ורבי שמעון. פצ'מו נפיסנה פטורי, היא רזברתילה זמלה. Кто развратился? Он говорит, если люди грешили, причем тут земля развратилась? Почему земля развратилась из-за них? Амале, амалу мипнеши ишхиту даркам башхатат зера. Кмошене марки ишхит кульбасар эт дарко влахена арес нишхетет кмошена мадну. Как мы сказали, что они сделали? Ашхата, что они развратили? Что они, ашхата, это как это по-русски сказать? Уничтожали. Что они уничтожали? Они уничтожали свое семя. Проливали его на землю, и из-за этого земля с ними тоже развратилась, испортилась. Кмо, кен, каше, аля пасуказе, он говорит, также вопрос другой. Эла, кегуна да, ваарец, тифкот, авона, алея. Дальше Зор говорит, кегуна да, ватитмаха арец, ваевкот, авона, алея. Написано, я скверница земля, в книге Вайкра, и если евреи будут там грешить на земле Израиля, и вкот, и она вспомнит свой грех, авона на ней. Он говорит, «Эля бне адам наша хатаа, вало бне адам хату». Он говорит, «Люди же загрешили, причем тут земля?» «Вим то мара арес баме хатаа», если ты скажешь, чем земля согрешила, и почему она получила наказание, «И каролам хем бне адам». Главное в мире это кто? Это люди. «Веем машхитим это арес ви нишхетет». И они развращают землю, и она развращается. Или они разрушают землю, и она разрушается. Украл, а пасук то хехзе, пасук говорит так, «Ваяр Элуим это арц виине нишхата». И увидел Бог землю, и вот она развратилась, или вот она, не, вот она уничтожена, разрушена. Шеквар нишхата, афадайн ло аямабул, белама киши курбасар даркола арец. Что написано, увидел Бог, посмотрел на землю, и вот земля уничтожена, разрушена. Еще же этого не было. Потопа не было. Как земля уничтожена, разрушена? Потому что люди развратились, испортили свои пути на земле. Уничтожили хорошие пути. Дальше говорит Зоар. Тахазе буре, коль хате бне адам, коль маше хибель вишхит, аль яде хатаим, толе тикунам бичува. Все грехи, которые человек сделал, они подвешены, пока он не сделает чуву. והחטא של השופך זרעו על הארץ ומשחית דרכו ומוציא זרע על הארץ משחית עצמו ומשחית הארץ. Это все грехи, говорит. То есть человек какой бы грех не сделал, чува, еще его может спасти. Но, говорит, грех проливания семени напрасно. Это грех, который уничтожает. Машхит дарко умоци зера арец, машхит ацмо, он уничтожает себя и уничтожает землю. Как написано про него. Когда, если будете очищать, ваш грех запечатан предо мной. Даже если, говорит, человек делает чува по этому греху, хочет исправить этот грех, пятно этого греха на нем остается. Как написано, на кетив бе, кило эль хафец реша, ата ло егурха ра. Кило эль хафец реша. אתה לא יגורחרה. תראו שהחוטא בהוצאת זרע לבטלה שהוא נכררה לא יוכל לגור במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. פסוק את אדם בסניית שתו שווה כתור גרשית עצם גריחום נדאי בוך את עצי מושין כתור פרדחרניה יצא שתו בידי בולד יצאי то и выносит свое семя напрасно. Написано про него, что такой человек не сможет жить в мехица, это в окружении или в ограждении со Всевышним. Худ бар чува саги. Худ мини им ясе чува гдола. Вайдну чува ме ава. Как он может исправить, если он сделает большую чуву? Что это большая чува? Это чува из любви. Не из страха, а из любви ко Всевышнему. Как написано, ваги эр бехор иуда рабе не ашем, ваги митеу ашем.
Варламаду шехет оая шишхит дарко. Написано в Торе, у Иуды было три сына. Правильно? Первый женился, сказал, такая красавица, сейчас забеременеет, что будет ее с фигурой. Не хотел, чтобы она беременела. Проливал свою семью на землю. Но в Торе это прямо не написано. В Торе написано, «Ваги эр бехор Иуда ра бейне Ашем». И был эр сын Иуда ра злым, злодеем, плохим в глазах Всевышнего. И убил его Бог. За какой грех? Вот за этот грех. Надо знать, она с виной или нет. А? Если ты не знаешь, если не знал, они знали. Еще детей же не имел из-за этого. Нет, не детей не имел, почему ты не делаешь детей? Ты должен делать детей, потом можешь предохраняться. Потом нельзя предохраняться мужчинам. Женщинам можно, мужчинам нельзя использовать разные приборы. Даш говорит, амарле, амарде, инку чабарху, о, дам шал рабицкагле рабошимо, не рабишимо. למה דנה קדוש ברוך הוא את העולם במבול במים ולא באש ולא בדבר אחר? אישו רבי יצחק ספרסיל ורבי שמעון, כגדה בוק סודיל, פצ'ימון זה סודיל איך שאתה נקש את זמלו וודנם פטופם, פטופם איז ודי. אני איז אגניה, או מיקווה, אני איז אגניה, או ככל ליבום בוית, חרוש, אילי דרוגים שמתה. אמר לה, ענה לו רבי שמעון יש בזה סוד, רבי שמעון גורית ואתם יש בשוי סקרט, שעריהם השחיתו דרכם. משום שעל ידי חטאם גרמו שמים העליונים ומים התחתונים לא נתחברו כראוי שעל ידי חטאם גרמו פירוד מידת התפארת ומידת המלכות. שתו אני? אני רזרתי לי סווי פוצי. שיש סווי גרך, אני סדלה לי שתו וודי וישי וודי נישי נעשה ידינילס. כמו שהם השחיתו דרכם, כמו כן המים העליונים הנקראים זכרים והנקראים נקבות לא נתחברו. כך אני פרליבה לי סווי סמא. Так и воды небесные, которые называются мужчина, мужского и женского, они не соединились тоже. Вальда, вальзе, нидон, бамаем, бамеше, эм, хату. Поэтому они были засужены на уничтожение через воду. Через что они согрешили, тем они были наказаны. Вода была горячая. Как мы говорили, каждая капля, Мидраш говорит, согревалась в гегеноме, потом падала. И капля падала на человека... Кожа с него слезала. Так Зор говорит. Кому шишки туда камбе маем ротхим, кому кен, нен шубе мида кенегед мида, кому шамур хазал визанедрин, бе ротхим килкилу в ротхим нидону, ве калу аль еде маем аэльоним атахтуним. Что они сделали? Они развратили себя, свои пути к горячей водой, разогревали свое тело, чтобы делать этот грех. Поэтому были наказаны мера за меру. Как сказали мудрецы, разогревая они, разогретым, горячим они испортили, и горячим они судились, и они исчезли, были уничтожены водами верхними и водами нижними. А да, у дихтив, как написано, «Нивкеу кол майот хом раба». Да, майян татай, написано в Торе, и раскрылись все воды тегом раба, большой глубины, огромной глубины. Зе майма тахтоним, это нижние воды. Гейзеры были, горячая вода вылетала. Чем Мидраш говорит, они брали маленьких детей и ими затыкали эти дырки. Зачем маленьких? Как больших, кто им разрешит? Подходили. Сами прыгали. Ва-арубо-да. Сначала пытались закрыть ногами своими, но не выдерживали кипятка. Ва-арубо-да шамаем нефтаху, и небеса, арубот небес открылись, зе маем элёним, это верхние воды. מים אלוהים התתאים, כמו שהם פגמו במים העליונים ובמים התחתונים, כמו כן לקו בשניהם. כך אני אספורתי לי ורכני איניז'ני וודי, תכף שאני בלי נקזנה ורכני איניז'ני ודמי. את הזוהר נסיבודי. מוסה... אני בלי וליקני, אה? אני בלי וליקני, אה? אני בלי... כתות איניח בלי וליקני תוז'ה. מוסה נסיבודי גברי תק, ספר תוצאות חיים. ידע כל אדם... כי במעשיו הרעים עושה לבושים צועים להלביש נשמתו בגיהינם כדי פירשו בפסוק יהושע היה לבוש בגדים צועים וצ'לק דורג'ן זנאי שתו סביב מגריחמי און דל יציבי גריאזנו ידיבנו אדיבדה כתורי זפאצ'קנה קלם איספרז'נינימי אתם שתו וחויות נאמבר 2 מודיצי И говорит, он делает себе такую грязную одежду, и эту одежду ему оденут, когда он пойдет в Гегеном. Когда написано про Йошуа, я ловушь богатимца, как про Йошуа написано, был Коэн Гадоль. Йошуа поднялся на небо, у него были такие
грязные одежды. Амру безори Йошуа коэн гадоль, а ва макетив бе ва сатан омед аль емино, леситно ума бе айках шаар бне алма аль ках кама кама. Йошуа коэн гадоль, написано, он был коэн гадоль, и сатан стоял справа от него для того, чтобы обвинять его. Если про коэн гадоль так, а простые люди, тем более, отца рехрешу шелоти е нишмато, ни дахад лахузба алота, лемала биота не фредит меня гуф. Он говорит, кроме этого, царь Хлашув, человек должен раскаяться, чтобы, когда его душа выйдет из его тела и поднимется наверх, чтобы ее не оттолкнули оттуда. Ве Давида я митпалел альзе, шамрановши, альте масер бидеям катригим. И Давид молился об этом и говорил, охраняй мою душу, не давай ее обвинителям. Кольшекенам мале амонот эн миспар кама чува уцвила царих. Тем более, говорит, человек, который полный грехов. Если Давид Амелех, праведник, пророк, царь, молился, чтобы его душу не предали этим обвинителям, то каждый другой, говорит человек, насколько полный, который полный грехов, не дай Бог, насколько он должен делать чуву и молиться об этом. וכשיצייר האדם בשכלו דבר זה בהתוודתו, שנשמתו עולה דרך החלות, ונותנת חשבון ודוחין אותה לחוץ, כמה ראוי שיצטייר ויבכה. Он говорит, человек что должен представить себе, что его душа поднимается с одного дворца в другой, к небесам идет, и что ее оттуда выталкивают. Поэтому это должно быть больно человеку, он должен плакать об этом. וימזכה האדם לעשות תשובה שלמשת הם מיטתו בנשיקה, הוא נפטר מכל דיני חשבון העשרה. Если же человек делает תשובה, как надо, и он удостоится, что его смерть будет смерть через так называемый небесный поцелуй, как скончался Моше, Аарон, Мирьям, то есть что Всевышний приближается к человеку, и его душа как магнит, Всевышний это источник души, самый большой магнит, и его душа человека выходит к нему, соединяется со своим источником. Тогда, говорит, этот человек освобожден от всех судов, от всех проблем наверху, никто его ничего трогать не будет, и хвала такому человеку. Это мусар на сегодня. Аллаха на сегодня, Шурхан Арух, Йоредея, глава 160 и дальше. צריך להיזהר בי ריבית, וכמה לבין נאמרו בו, ואפילו הלווה הנותנו והערב, העדים עוברים, ואין חילוק בין מלווה לעני או לעשיר. Говорит Шулхан Арух, человек должен быть очень внимательным в законах связанным давать деньги под проценты, ребит. Потому что кто дает, кто берет, посредник и свидетели все нарушают закон. И Рама добавляет, что нету разницы, он дает в долг бедному или богатому. Следующая аллаха. Кол натен бирибит нехасав митмотетим. Ухилу кофер бициад Мисраим велуэ Исраэль. Человек, который дает деньги под проценты, его нехасав, его имущество, то, что у него есть, митмотетим, они разрушаются. Что значит разрушается? Слабее становится. Уходят деньги, яхты, заводы, фабрики. Как в России было, после революции был миллионер сегодня, завтра стал ничего. О, был барон, стал бум, ничего не осталось. Поэтому говорит, человек, который дает деньги под процентные, его имущество митмутет. Митмутет, это вот билдинг стоял, и билдинг упал. Итмутет. Разрушился, развалился. И он как будто, человек, который дает под проценты, он как будто отвергает выход евреев из Египта, и также Бога, что Бог существует. Есть у евреев Бог. Кофе. Третья аллаха. Атоле маотав ломар шеем шель нохри умальве отам бирибит, а кадош барху ифра мимену. Человек, который что говорит, когда ему говорят, дай мне деньги в долг, он говорит, у меня деньги есть, но они не мои. Это мой сосед Мухаммад, мой партнер Ахмад, это их деньги. И дает под проценты, он говорит, Бог с ним рассчитается. То же самое считается, да? Да. На личные нужды, на бизнес, так? На все. Посмотрим дальше потом. Далее, четвертая мишна аллаха. Афилу има лове нотен ло йотер ми даато биш аата пира он ше ло итна имо ве но омер ше нотен ло йотер биш виллер бит асур. Человек дал 10 тысяч денег в долг. Он дал ему мицва. Потом он пришел к нему, вернул его деньги через полгода, через год, как они договорились. Он ему дает не 10, а 11.
Не имеет права брать. Даже он говорит, я просто тебе даю, это мы не договаривались, ничего, не имеет права. Эй, пятая алаха. Афилу левана увне вето асу лелавот биребит афальпише эном макпит аллехем вадай нотно лаем бематана. Даже своим детям, или своим внукам, или другим домочадцам не имеет права давать деньги под проценты. Да, он говорит, да, он говорит, что он дает им под проценты, чтобы у них была какая-то ответственность. Он говорит, все равно не имеет права это делать, потому что даже мы знаем, что этот он не будет как бы за ними бегать и требовать с них эти деньги, он дает им это в подарок, все равно не имеет права давать им деньги под проценты. А, хоть и вообще никогда их не получит. Да. Знает он подарок, просто да. Говорит под проценты. Да. Тоже нельзя даже это сказать. Ва, шестая лаха, Исраэль шелава маод миан нохри бирибит асула Исраэль ахэль йодло арэв. Еврей, который взял деньги у нееврея, деньги под проценты, у гоя взял, другой еврей не может быть для него гарантером. И седьмая алаха. Нохри шелава ми Исраэль бирибит асула Исраэль йодло арэв. Гой, который взял деньги у еврея под проценты, у нас мицва давать гою деньги под проценты. А чего мицва? По некоторым мнениям это мицва. А давать деньги под проценты. Другой еврей не имеет права быть ему гарантером. Гой. А почему он будет платить проценты? Да. Кто должен гарантером? Никто гарантером. Нельзя деньги под проценты давать. Гою только можно. Почему гою можно, нам нельзя? Друг другу. А вот гою кто? Брату нельзя. А? Нет, никому нельзя. Еврей не имеет права давать. Торе написано, брату не давать деньги. Оля, реха, потому что если я пройду сегодня в Chase Bank, скажу, дайте мне 100 тысяч долг, они мне дадут бесплатно, без процентов? No. Нет, деньги дадут, скажу, дай. А поэтому, как они у меня берут, мы тоже имеем право у них брать. Даже по некоторым мнениям это мицва. Но евреи, мы как братья, поэтому мы должны друг другу помогать и не давать деньги под процент. То, что вы спросили, бизнес или на частный, конечно, человеку нечего кушать. Это то, что имеет Тора. Он дает ему деньги под проценты и будет его высасывать эти деньги и проценты, и не закончится никогда эти проценты. Но под бизнес там есть этериска. Этериска, там должна быть бумага, где все записано. Если вы даете деньги под бизнес, если бизнес растет, вы будете получать. Но если упадет, вы должны быть готовы потерять то, что вы туда вкладываете, вы становитесь его партнером. То верит в том, что мы были только дающими и не берущими, никогда никакие законы Торы не нарушали. Баруха Адонай Леолам. Амен ве амен. Thank you.